Я типа культурно ем картошку на вилке. Да? Ну же так. Сделай так же, как я. Мое фирменное. Всем привет, мои хорошие. С вами Айка Эмири и очаровательная, обворожительная, неповторимая Аскватима. И сегодня мы снимаем для вас обзор сайта Foodie Us, точнее на их еду. Пробуем мы уже не первый раз, нам очень нравится, поэтому решили поделиться своим впечатлением и с вами. Это не реклама, это сайт моего друга, сразу скажу. Никто ничего не платил, так что не надо мне умничать там. Так, с чего начнем? Я уже начала пробовать картошку. Это деревенская картошка, как я понимаю. Она вкусная. Мышь. Самое главное, что нам привезли все вовремя. Угу. Я люблю, когда привозят либо поздно, либо рано. Это немножко действует на нервы. Буду пробовать мимозу. Я обожаю мимозу. У меня даже есть видео на канале, где я целую вот такую вот огромную мимозу съела за раз. Кстати, наподобие видео будет также на канале Ask Fatima, поэтому обязательно подписывайтесь. Сделай так же, как я. Мое фирменное. Мое фирменное. Я разделю этот бургер. Мы решили снять для вас два видео. Второе видео будет на моем канале, поэтому мы заказали всего понемножку. Как вы видите, у нас другой задний план. У нас здесь игрушки. Когда я начала расставлять эти игрушки, мне Фатя сказала, такое ощущение, что мы снимаем передачу для «Спокойной ночи, малыши». Так, пробуем. Вот это да, очень вкусно. Разделили пополам здесь, значит, колбаска, ой-ой-ой, огурчик соленый. Это челлендж, не забивай, поэтому я могу запить. Вкусняшка, начинка супер. Мне кажется, у Макдональдса скоро будут конкуренты, причем серьезные. Как тебе? Супер. Моя двоюродная сестра всегда говорит, что нужно есть Биг Мак, например, дома, чтобы никто не видел. Для этого есть Foodie Us, что там у них все равно нет ресторана. Все нужно заказывать домой, спокойно есть себя. Запихивать в рот огромный бургер. Кстати, под последними видео мне задавали вопросы по поводу того, что едим мы хлеб или нет. Потому что видео все видят, что мы не едим. Знаете, как я себя приучила не заедать хлебом еду? А она потом научила меня. Она всему учит меня. Да, никогда не покупаю хлеб, ей приходится привыкать. Но такую еду, как бургеры, в которой уже есть хлеб, я ем. Когда мы только познакомились с Фатей, мы что-то сели за стол, я помню. И я говорю, а где хлеб? Я не помню, какое блюдо мы кушали. Я тоже помню этот момент. И потом они принесли, нашли где-то в закромах черный хлеб. И два кусочка положили передо мной. Я говорю, а вы едите вообще без хлеба? Патя сказала, да. И с тех пор я тоже ем очень мало хлеба. Эта штука не льется. Это мой соус. С кем поведешься, от того и наберешься. Братик купил соус. Ой, вкусно. Ой, я на тебя не капнула. Ничего, я привыкла. Алька такая молодец сегодня, вовремя пришла. Я раньше пришла. Да, раньше. Ты меня должна была похвалить. Да, я тебя хвалю. А что я делаю? Поделись. Целых на 15 минут. Я пришла раньше. Чем поделиться? Бургером. Час. Целых 15 минут. Где нож? Ой, какой классный нож. Где ты его купила? Бабушка. Он так хорошо режет.
с майонезом вкусно. Люблю майонез. Так вот. Внутри он выглядит вот так. Вот очень такой напоминает этот. Black Star Burger. Да, что, ну Black Star Burger он больше размером. Если честно, Black Star Burger мне не очень понравился. Да. Такая цена. И вроде ничего особенного. Вкусный соус. Точно соус, как в Макдональдсе, то есть вы должны это попробовать. Да. Прям чувствуется, что все свежее. Очень вкусно. Этот бургер меня удивил, очень приятно удивил. Супер. Причем еще цены очень хорошие. Угу. Информация под видео. Наизусть не помню. Фатя сегодня купила пальто. Фатя сегодня снимает влог. Угу. Когда выйдет твой влог? Все у нас просят побольше влогов. Не знаю, может завтра. Да? Может так. Угу. Я постараюсь. Я типа культурно ем картошку. Да ладно. Ну его. Здесь все свои. Больше всего мне понравился бургер. И сэндвич тоже. Начинка просто потрясающая у сэндвича. Да. Вообще, я, если честно, особо не экспериментировала с бургерами. Я всегда брала в Макдональдс. Самый мой любимый – это Макчикен. Ну, видите, выходят конкуренты. Еще какие? Вау. Кстати, мы еще будем снимать челлендж. Было, не было. Я попросила вас задать вопросы в моем инстаграме. Давай, Фатима, давай, давай. В комментариях все поют эти песенки. Я уже пытаюсь перевести ее на свой лад. Давай, Айка, давай, давай, уже все пишут, что тебе не подходит она. Не подходит, это мое. Я могу придумать. Давай, Айнурка, давай, 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 красиво, давай, давай. Нет, надо что-то другое уже. Нескладно. Ой, ребят, я так наелась. Надо оставить силы для следующего видео. Ну, вообще, в общем и целом, мне кажется, очень вкусно. Да. Глаза не наелись. Желудок наелся. Огурчик тут какой. Я совсем забыла про этот соус, который здесь. Кетчуп. А, да. Гамбургер вообще божественный. Угу. И сэндвич тоже, его эти сосиски. Сегодня вообще целый день валялась, ничего не делала, ленилась. У меня иногда бывают такие дни, мне хочется просто целый день ничего не делать, валяться, о чем-то мечтать, слушать музыку. Я сегодня, у меня был очень насыщенный день. Я была на рынке, он называется Беля, потом я была на 28 мая, потом была в 28 моле, сделала покупки, снимала для вас влог. Потом я даже искала освещение для видео, но не смогла найти. Если вы, кстати, знаете, где в Баку можно купить профессиональное освещение, то обязательно пишите в комментариях. Да, мне будет очень приятно. И говорят, что на Алиэкспресс дешевле, чем там. Просто я не хочу с Алиэкспресса заказывать. Мне кажется, что там долго ждать, потом может прийти брак, потом еще ждать, пока вернут деньги тебе. Лучше... Да, немножко геморройно. Да, то скупой платит дважды. Скупой платит дважды, да.
В моем случае вообще трижды. Я настолько невезучий человек. Вечно что-то не так приходит. Да, у нее есть видео на канале про то, как она купила телефон с Алиэкспресса. Реально, я купила телефон. Первый месяц он нормально работал, а потом его просто можно было выбросить. Ну, хотя он был очень дешевый, но после этого я решила, что больше технику с этого сайта я заказывать не буду. Напоминаю вам, что ссылка на сайт Foodie Us внизу. Этот сайт работает на территории Азербайджана, в Баку. Не забываем об этом, пожалуйста. В Россию они не смогут отправить гамбургер, к сожалению. В общем, как-то так. Мы очень надеемся, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на эту красавицу. Заказывайте еду внизу. Мы всех очень любим. Спасибо за внимание.